Ребят, всем привет! Всем привет! Сегодня мы едем на зеленый угол, будем смотреть кей-кары. Это востребованная машина, и сейчас она очень актуальна. Все покажем и, как всегда, все расскажем. Едем на осмотр очередного автомобиля. У нас пришло лето. На улице 27 градусов, то есть ездим уже под кондиционером. И несмотря на самоизоляцию, у нас полные пляжи, ну, реально остановиться негде. И такая вот вставочка по поводу комментариев. То, что я повторяюсь по несколько раз. Знаете, буду повторяться и 10, и 15, и 20 раз. Это относится тем, кто пишет вот эти комментарии. Возьми камеру, сними себя и посмотри со стороны. Посмотрим, сколько ты раз повторишь это. Ладно, не будем о плохом, едем на осмотр автомобиля и сразу на авторынок снимаем кей-кары. Давайте начнем. На авторынке есть стоянка, где практически продаются одни кей-кары. Видите, сколько их много? Сейчас походим, посмотрим, пооткрываем. Кей-кары — это самые дешевые, практически самые дешевые автомобили. Итак, Honda N-Wagon 2016 год. Все кей-кары идут объем двигателя 0,7. 16 год, аукцион, камера заднего хода 349 тысяч рублей. Он штатные колпаки, хорошая летняя резина. Как видите, серый цвет, светлый салон. Следующий автомобиль. Субарик, ну то же самое, что и хайджет, рабочий, надежный, недорогой микробусик. 16 год, 4 ВД, ребят, он на коробке, полусупер, 315 тысяч рублей. Следующий, 16 год, черный цвет, 0,7, 349 тысяч рублей. Один из недорогих кей-каров — это Suzuki R-Wagon, 2015 год, стоит данный автомобиль 325 тысяч рублей. Черный цвет. Резина установлена еще зимняя. По кузову есть несколько вмятин. Раз, два, три. Они вытягиваются бесконтактно. Красить ничего не нужно. Есть 4 воды, есть передний привод. Кстати, что касается кей-каров 4 воды, поверьте, найти ой как сложно. Один из самых популярных — это Daihatsu Mira ES. Небольшой автомобильчик с большим салоном, на литье, резина, зима. Ну, такая подушатанная уже, конечно. 2015 год. Это недорогой, 310 тысяч рублей. Интересный автомобиль. Каст, синий цвет, без литья, хорошая летняя резина. Но такой, поверьте, будете выделяться из толпы. Климат-контроль, кнопка старт, DVD, камера стоимостью 400 тысяч рублей. Белая крыша. Она такое ощущение, что она, знаете, да, она как обтянута чем-то. Каст Daihatsu. Он открытый, задняя дверь идет пластмассовая. Видите, вот кей-кар, да кей-кар, а пластика в салоне нету. Двойное такое какое-то дно здесь, багажное отделение. Запаски нету, есть ремкомплект. Сиденья складываются, получается вместительный багажник. Ну, спать в таком автомобиле, конечно же, не получится. Делается, трансформируется салон очень легко и просто. Сиденья такие двухцветные. Мало таких автомобилей с плюшкой. Видите, еще двигаются вперед, назад. Дверная карта. Ткань, пластик. Тоже такая разноцветная идет. Хотел сказать, руль кожаный идет. Нет, руль, ребята, идет не кожаный. Здесь уже установили оплеточку. Здесь у нас подлокотник, бардачок, передние сиденья идут у нас диваном, можно усадить сюда 3 человека. Кнопка старт-стоп, антибукс, это эко-идл, корректор фар, регулировка зеркал, 4 электрических стеклоподъемника, климат-контроль, DVD, ручки, видите, здесь еще такой очечница есть такая. Даже зеркала есть в солнцезащитных козырьках. Бардачок, подстаканник выезжает. Неплохой такой, симпатичный автомобиль. 15 год, 400 тысяч рублей. Это у нас ВИЦ. Ну, ВИЦ, то у нас к кей-карам он не относится. Дальше идем. Давайте вот так вот прям по ряду с вами пройдемся. Еще одна Mira ES. Это уже 4 ВД, 16 год, 330 тысяч рублей. ВД, конечно, она будет немного подороже. Летняя резина, без литья. На лите такие автомобильчики смотрятся симпатично.
Days Rux, наподобие Танта автомобиль. Это, знаете, как вы любите, раздвижные двери, просто огромный салон. Резина так себе, да, литья нет. А есть автомобили линзованные, смотрятся просто шикарно. 15-й год, такой коричневый цвет, датчик предстолкновения, электродверь, климат-контроль. 360 тысяч он стоит, светлый салон. Камеры кругового обзора 360. Такого плана дверная карта. Места много, что впереди, что сзади. Кстати, салон, передние сиденья идут тоже диваном. Торпеда практически плоская посередине. Такой вот бардачок. Здесь у нас есть бардачок, японская какая-то литература, климат-контроль, именно на климате автомобиль. Электродверь, ручку потянули, открывается второй ряд сидений. Здесь у нас столик, но обратите внимание, столик у нас только расположен с левой стороны. Места нереально много. Сиденье отодвинуто назад, конечно, багажного отделения, можно сказать, практически нету. Зато удобная трансформация складывается. Кстати, для задних пассажиров, что справа, что слева, колонка, подстаканник. Посмотрите, дверь какая, и высокая, и широкая. Руль обычный, пластиковый. Кстати, не показал. Дулка идет для задних пассажиров. Снизу бардачок небольшой. Автомобиль имеет регулировку руля. Смотрим, как он. Только по высоте, по вылету он не регулируется. Климат-контроль, мультимедиа-система, как я и говорил. Камеры выводятся сюда. Можно вывести на зеркало, можно вывести на магнитофон. Также есть датчик при столкновении. Посмотрите, ребят, какие просто огромные солнцезащитные козырьки. Пищалочки в дверных картах. И подсветка идет. Дальше инваген, 16-й год, климат, камера, 400 тысяч рублей. Такая комплектажка идет, средненькая, резина тоже такая. Под заминку, открытый он. Светлый салон, светлая дверная карта, не светлый салон, но здесь один пластик. Сиденья коричневые, мягенькие. Подлокотник, бардачок, лежит аукционный лист. Кузов целый, пробег 76 тысяч, эрка. Почему эрка? Ну, надо будет разбираться в случае покупки. Дуечки вот такого плана крутятся здесь. Подстаканник, фальшвейер, здесь у нас прятался крючок, розетка, небольшой столик на 3 килограмма, маленькая ниша. Под сиденьем тоже у нас имеется пространство, наверное, для обуви. Называют его сиденье у нас двигается вперед. Кстати, знаете, вот вперед сиденье подвинул, в принципе, сюда можно будет усесться. За счет этого у нас увеличился объем багажника. Пойдем посмотрим. Все на месте. То есть, помимо того, что мы можем сюда что-то положить, мы еще можем вовнутрь засунуть. И сиденье также у нас складываются вот таким образом. Да, есть небольшая перегородочка, неровный пол, но это не какой-то универсал большой, где все хотят спать, ночевать в автомобиле. Сейчас подойдем к самым дешевым автомобилям, к японским автомобилям, которые только есть, под полную пошлину с документами. Кстати, многие спрашивают, все ли автомобили уже растаможенные, то есть нужны ли какие-то дополнительные платежи? Нет, ребят, ничего не надо. Пришли, деньги отдали, договор выписали, сели, поехали на автомобиле. Так, там уже показывал, тут показывал. Как я и говорил, самые дешевые автомобили — это Suzuka
Suzuki Alto. Ну, вот этот автомобиль, он, конечно, подороже. Сейчас доберемся, что подешевле. Но он такой какой-то, знаете, прям модный. Ярко-красный цвет, 16-й год, 300 тысяч рублей. Литья нет, резина. Вот заметили, почему-то все кей-кары. Ну, купил машину, сразу купил резину. Стерта вся. Антенка. Давно я таких антеннок не видел, которые вот так просто берут и выдвигаются. Давайте оценим с вами багажное отделение. Сложены сидушки. Комплект колес на данный автомобиль влазит. Коврик, видите, модные, желтые. Единственное, конечно, у них проблема идет, это задние сидушки. Сейчас, если найдем открытый автомобиль, покажу. Ездить там просто невозможно. Вообще не знаю, кто это придумал, для чего это все сделано было. Сидушка это переделывается. Два подстаканника. Представляете, даже подогрев есть. Можно сказать, климат-контроль. Можно сказать, мультимедиа-система. Спидометр 140. Еще одна Мира ЕС. Черный цвет. 295 тысяч. Закрыт автомобиль. Вагон-Р. Сузука. И тоже смотрите. Опа. $335 тысяч, но он идет какой-то модный. Посмотрите, какая широкая дверь. Японец обтянул верхний бардачок. Ложим что-то, кладем нижний бардачок, подстаканник, климат, штатная магнитола. Можно поменять такие магнитолы, можно приобрести сразу с рамкой, меняются они. Варик, подлокотник. Ну что, гибрид, что ли? Да. Гибрид, это идет там на освещение, на музыку. Второй ряд сидений. Сзади сидения идут раздельные. Это очень удобно. Они у нас двигаются вперед-назад. Складываются по отдельности. Для кого-то это является важным критерием при выборе автомобиля. Руль тоже пластиковый, есть подогрев, iStop 140, место валом в автомобиле, дуечка вот такого плана. Что вам еще показать? Дальше идет Daihatsu Tanto, 370 тысяч, 16 год, но здесь резина идет хорошая, тоже такой интересный автомобиль. Раздвижные двери, камера заднего вида есть, сонары установлены. И смотрите, здесь нет центральной стойки, очень много места. Можно сложить, получается столик, типа как, знаете, как в самолете, два подстаканника, вешалка, сиденья тоже идут раздельные, они двигаются, спинки у нас складываются вот так вот. Без климата руль тоже идет обтянутый. Мультимедиа, смотрите, какой большой спидометр на автомобиле. Кстати, переднее сиденье уезжает далеко-далеко вперед. Трансформируется все очень просто. И забыл добавить. Огромное лобовое стекло в стойках. Тоже есть у нас окошечки. Ага. Без подтяжки. Ну, тут, видимо, дверь идет крашеная. Видите, вот начинает.
подключение датчика. Все по стандарту. Итак, Танта, 16 год, 370 тысяч рублей. Давайте перейдем с вами в третий ряд. А вот оно, смотрите, вот оно, 17 год, 260 тысяч. Летняя резина, на штамповках, колпаков нет. Задняя часть автомобиля. Что у нас там по низу? Нет, это, ребят, передний привод 260. Вот недавно взяли такую Альту, 245 тысяч, 4WD, пробег в районе 90 тысяч был. Багажник 200 кг. Ну, вот здесь, видимо, сидушка, это уже она переделана. Так, ладно, не полезу туда. Неудобно мне одной рукой. Посмотрим на второй ряд сидений. А которая не переделанная спинка, она чуть ли не туда выпирает. Также складывается. Оп. Узнали насчет сидений. Все сидения переделаны на автомобилях, которые здесь есть. И он еще на веслах ходил, смотрите. 83-93 что-то менять. Кстати, автомобиль идет на роботе. То есть можно ехать, грубо говоря, как на автомате, да? У тебя скорости будут переключаться 1, 2, 3, 4, 5. А можно ехать как на коробке, то есть вручную переключать скорости. Следующая Альта. 16 год, 4WD, 260 тысяч. Но эта комплектация идет с датчиком сближения при столкновении. Еще одна Мира в сером цвете, 16 год, 310 тысяч. Тут комплектажка неплохая идет, родные коврики штатные. Метла есть, подголовники тоже есть. Что у нас дальше? Еще один вагон R. 15 год, голубой цвет, 330 тысяч. Еще одна Мира, 300 тысяч. DS, 16 год, 380 тысяч. Рукс. Вот здесь цена не указана на Руксе. Он у нас закрытый. Собак нету? Нету. Да, Хэвэ Стар, конечно, смотрится совсем по-другому, намного круче, чем обычный DS. Кейкары вам сегодня показали, то есть стоимость кейкаров начинается от, ну, на данной стоянке от 260 тысяч рублей плюс торг. Напоминаю, забрали такой кейкар Alta 4WD за 245 тысяч рублей. Поэтому, если нужна помощь, обращайтесь, пишите, всегда поможем. Всем пока!